Скажите, пожалуйста, то есть, как происходило рассмотрение дела по административному нарушению производной части 4.18.9? Вы пишете, что 25 числа поступил у вас звонок, да? Да. По телефону что было вам сказано? Он меня пригласил туда, в центральную. И вы 25 числа прибыли туда, да? Ну, согласно пункту, части 2, соответственно, 22 федерального закона, сказано, что постановка иностранного гражданина, или с помощью основного пребывания, принимающая сторона в течение с момента прибытия жилого помещения иностранного гражданина, принимающая сторона обязана в течение 7 суток, в течение 7 рабочих дней предоставить уведомление в орган миграционного учета либо почтовому управлению. Давайте более подробно скажите, пожалуйста, 25 числа вы говорили, что вам поступил звонок? Да. От кого вам представились? В темном коридоре сидит одна, вчитываясь в каждую строчку, в том, что он такой,